Проснитесь и пойте, мистер Фриман. Проснитесь и пойте. Нет, я не хочу сказать, что вы спите на работе. Никто не заслуживает отдыха больше вашего. И все усилия мира пропали бы даром, пока, скажем просто, что вас час снова пробил. Нужный человек мне в том месте может перевернуть мир. Так проснитесь же, мистер Фриман. Проснитесь, вас снова ждут великие дела. Не заметил, как ты сел? Может, мы встретимся позже? Конец линии. Добро пожаловать! Добро пожаловать в Сити 17. Сами вы его выбрали или его выбрали за вас. Это лучший город из оставшихся. Я такого высокого мнения о Сити 17, что решил разместить свое правительство здесь, в цитадели, столь заботливо предоставленной нашими покровителями. Я горжусь тем, что называю Сити 17 своим домом. Итак, собираетесь ли вы остаться здесь? Или же вас... Добро пожаловать в Сити 17. Здесь безопасно. Возможно нарушение порядка третьего уровня. Внимание, ответили 647, я как слышно. Это какая-то ошибка. У меня обычный миграционный билет, как у всех. Отряд, подтвердите тревогу. Понял. Следите за показаниями на радаре. 1097. Помощь нужна? Нет, сам справлюсь. Назад! 1065. Я уж поболтаю с ним наедине. Кстати. 1108. Я должен тебе пиво. Гордон, это я, Барни из Черной Мезы. Прости, что напугал. Я разыгрывал представление перед камерами. Я работаю на ГО для прикрытия. Надо побыстрее, а то возникнут подозрения. Я же никогда не выполню норму избиений. Да, Барни, в чем дело? Я занят важной проверкой. Извини, док, но посмотри-ка, кто здесь. Боже мой, Гордон Фриман? Как неожиданно. Я тоже не ожидал, док. Он чуть не сел на экспресс до Нового Проспект. Ну, Барни, и что ты предлагаешь? Я думаю. Тут где-то была Алекс. Может, она придумает, как его сюда доставить. Если он будет держаться подальше от постов, все будет в порядке. Слушай, мне надо идти. Мы и так сильно рискуем. Хорошо. Гордон, рад тебя видеть. Ладно, Гордон. Тебе придется идти до лаборатории доктора Кляйнера самому. О, черт. Этого я и боялся. Давай сюда, Гордон, пока ты меня не засветил. Поставь ящик, чтобы выбраться через окно. И иди на площадь. Я тебя позже найду. Подними эту банку. Позвольте мне... Я сказал, положи ее в мусор. Письмо, которое я получил. Порядок больше детей. Почему Альянс подавляет наш цикл размножения? Искренний обеспокоенный гражданин. Спасибо за письмо, гражданин. Конечно, ваш вопрос касается основных биологических потребностей, надежд и страхов за будущее вида. Я чувствую и несколько невысказанных вопросов.
Знают ли наши покровители, что для нас лучше? Что дает им право принимать такие решения за человечество? Отключат ли они когда-нибудь поле подавления? И позволят ли нам размножаться? Вниманию жителей, замечено отклонение численности. Сотрудничество с отрядом ГО награждается полным пищевым рационом. Граждане, отказ в сотрудничестве будет наказан выселением в нежилое пространство. Неизвестный предмет награждения. Район станции. Вниманию гражданам. Быстрее! Производится проверка. Полагаю, ты Фриман? Внимание! Неопознанное... Нам надо спешить. Комбайнов может и трудно раскачать. Но если уж это сделать, лучше им на глаза не попадаться. Доктор Кляйнер сказал, что ты пойдешь этой дорогой. Ха, кажется, он не подумал о том, что у тебя нет карты. Я Алекс Фэнс. Мой отец работал с тобой в Черной Мессе. Хотя я уверена, что ты меня не помнишь. Да, неразговорчивый. Помнишь его по Черной Мессе? Старого администратора? Хм, только не упоминай имя доктора Брина при отце. Сюда. Забавно, что ты появился именно сегодня. Мы помогали людям сбежать из города пешком через старые каналы. Это опасный путь. Кажется, мы наконец-то придумали кое-что получше. Давай я куплю тебе воды. И да, кстати, рада познакомиться. Ну, а чертовка! Куда она делась? Ламар, выходи оттуда! О-о, все в порядке, доктор Кляйнер? Привет, Алекс. Ну, почти в порядке. Ламар снова сбежала из клетки. Не зная я Барни, подумал бы, что он расставил ловушки и... Боже, Гордон Фриман! Это в самом деле ты? Я нашла его снаружи. Он попал в переделку. У него талант находить неприятности. Мы обязаны доктору Фриману, несмотря на то, что он приносит с собой неприятности.
Должен сказать, Гордон, ты как раз вовремя. Алекс восстановила последнюю часть телепорта. Но в этом прорыве нет моей заслуги, док. Глупости. Твой талант превосходит даже твою красоту. Давайте убедимся, что эта штука работает, ладно? Ну что, получилось? Вот ты где. Черт, Гордон, ты разворошил улей. Ему нельзя здесь долго оставаться. Это поставит под угрозу всю нашу работу. Именно, Барни. Это великий день. Торжественно откроем телепорт двойной передачей. Ты хочешь сказать, он заработал? Это точно? Потому что мне до сих пор снятся кошмары про ту кошку. Спокойно. Не надо так волноваться. Кошку? Мы далеко шагнули с тех пор. Далеко. Какую кошку? Док, он все-таки не на прогулку идет. Можно ему и костюмчик дать. Что? О, боже, ты прав, я почти забыл. Барни предоставляют учесть тебе. Мне надо вернуться на пост. Ну да ладно. А вот и... Черт, убери ее от меня! Ламар, вот ты где. Я думал, ты избавился от этой заразы. Конечно, нет. Не бойся, Гордон. Ей удалили клюв. Теперь она не опасна. Она может только попробовать совокупиться с твоей головой. И то тщетно. Убери от меня эту дрянь! Давай, детка, запрыгивай. Нет, не туда! Нет, нет! Осторожно, Ламар! Эти приборы очень хрупкие. Бог мой! Чтобы уговорить ее выйти оттуда, уйдет еще неделя. Если повезет, то и дольше. Барни! Ты не любишь животных? Гордон, костюм сидит так, будто на тебя шит. Ох, он ведь действительно на тебя шит. Я кое-что в нем изменил. Сейчас расскажу тебе самое главное. Значит так. Конструкция костюма модели 5 изменена для повышения комфорта и функциональности. О, боже. Док, на это нет времени. А пока пора взяться за работу. Гордон, встань рядом с той панелью и жди моей команды. Айзек, ты там? Да, да, Элай. У нас небольшая задержка. Ни за что не угадаешь, кто сегодня забрел в нашу лабораторию. Это же не тот, о ком я думаю. Он самый, и мы отправляем его прямо к тебе в компании твоей очаровательной дочурки. Ты готов нас принять, папа? У нас все готово. Ну так вперед. Посмотрим. Поток безмассового поля самоограничивается. Мне удалось подобрать верные параметры манифольда для базы CI и орбифольда LG. Тогда включаю ты функцию Гильберта. Эй, да, условия кстати, насчет кошки. Два, один, о, господи, что на этот раз? Прекрасно. Гордон дернет рубильник. Гордон. А, доктор Фриман, скорее. Хорошо. Финальная стадия. Начинаем. Начали. Я не могу. Ладно. Ну как, получилось? Сам посмотри. Эй, да! О, слава богу, как гора с плеч. Отличная работа, Изи. Это не только моя заслуга. Доктор Фримен очень способный ассистент. Ну давайте тогда переправим Гордона. Ты прав. Поговорим через секунду. Класс, Гордон. Мастерское обращение с рубильником.
Я смотрю, не зря ты MIT закончил. Ладно, парни, твой черед. Спасибочки. Гордон, пройди в переводчик, и мы отправим тебя к Илаю. Как раз вовремя. Прекрасно. 3, 2, 1, пуск. Барни, будь так добр. Удачи тебе, Гордон. Да, именно. Мы готовы к отправке, Гордон. Бон вояж. Успехов в твоих начинаниях. Финальная стадия. Что за черт? Да это же твой чертов мозгосос, Ламар. Хэдди! Берегись! Вот он! Ламар, с ним? Да забудь о ней! Он проходит, что происходит? Я не знаю. Похоже на какие-то помехи. Гордон, не двигайся, мы тебя вытащим. Его что-то вытягивает. Что все это значит? Да кто вы? Как вы тут оказались? Он вернулся. Я его вытащу. Не входи в поле, тебя разорвет на части. Мы потеряли Гордона. Что происходит? Если бы я только знал, что такое может случиться. Не волнуйся, Гордон. Вон он. Нет, опять мы его пускаем. Кто это был? Неужели Гордон Фримен? Он не проскочил. Ну, тогда где же он? Сзади. Ага! Выключай, выключай! Гордон, уходи отсюда! Беги! Спускайся вниз, я найду тебя позже. Эй, Гордон! Цитаделя полная боевая готовность. Никогда такого не видел. Убирайся из Сити-17 как можно скорее, Гордон! Иди по каналам, они ведут в лабораторию Лая. Это опасный путь, но там много наших. Они помогут тебе, чем смогут. Я бы с тобой пошел, но нужно присмотреть за Кленером. Да, чуть не забыл. Кажется, ты потерял это в черной мезе. Удачи, приятель. Она тебе пригодится. Внимание! Неотложенное лицо! Немедленно покинуть в отделе гражданства!
статус в отделе гражданской обороны. Внимание! Неопознанное лицо. Немедленно подтвердить статус в отделе гражданской обороны. Точное падение сейчас приближается. Штук 5. Сотрудники... Внимание отряда гражданской обороны. Обнаружено уклонение... Осторожно! Отреагировать... Господи, Боже! Полагаю, сирены по тебе. Хорошо, ты нашел нас. Ты не первый, кто был здесь. Это временно. Судный день Альянса настал. Послушай, мы лишь наблюдательный пост подземки. Главная станция совсем рядом. Они направят тебя на путь. Пока позволь моему другу Вартигонту дать тебе хороший заряд бодрости. Нам нужно пройти незамеченными. Если Геоп поймает тебя, вся железная дорога будет под угрозой. Мы служим одной стране. Станция 12, прием! Станция 12, как слышно? Сюда! Иди вперед.
Внимание, ответили 647 ЕКФ. Всем вас там код 2. Подавить.
быстрее! Гражданская оборона у нас на хвосте. Мы подрываем железку, чтобы замести следы. Похоже, ты будешь последним, кто здесь пройдет. Радуйся, что ты не тот, кого они ищут. У этого бедолаги вообще нет шансов. Похоже, они созывают все подразделения ГО в Сити-17. Они заполняют каналы Манхэками. Тебе надо уйти до того, как тебя начнут искать. О, черт! Слишком поздно! На этот раз пронесло. Спасибо за помощь. Слушай, здесь небезопасно. Я дам тебе кое-какие припасы, а потом тебе все-таки надо будет уйти. Статус «злостный нарушитель».